1943. Подробные данные о манхэттенском проекте из Лос-Аламос похитил русский агент Персин. 1968. Вьетконг. Вьетконговцы под командованием Персея пытаются выкрасть американскую атомную бомбу с военной базы. 5 дней назад стало известно, что Персей вновь появился на сцене и планирует атаку на нас. Персей. Аналитики ЦРУ считают его самой главной угрозой всему миру. Мистер Хадсон, мы все знаем о Персее. Мы также знаем, что он скорее миф, чем факт. То есть лично я считаю, что Персей просто страшилка. Генерал Хейк, позвольте представить вам того, кто все объяснит. Офицера особого отдела ЦРУ Рассела Аднера. Он один из немногих, кто хотя бы смог приблизиться к Персею. Мистер Адлер, почему мы должны принимать этого Персея всерьез? Вы не должны, сэр. Ха, да, но погибнет много невинных людей. Это еще почему? Сэр, до сих пор каждый шаг Персея менял весь баланс холодной войны. И если 13 лет спустя он в игре, готовится что-то крупное. То, что затронет весь мир. Сэр. Сэр. Господин президент. Господин президент. Господин президент, это Джейсон Хадсон и Рассел. Я их знаю. Кто, по-вашему, одобрял их операции? Угроза реальна? Да, сэр, мы уверены. Сможете убрать Персея? Можно, сэр. Я уже запросил все необходимое. Сэр, его запросы весьма необычны и даже нелегальны, если об этом узнает пресса. Что вы несете вообще? Знаете, кто мы? У нас все задания нелегальные. Сержант Вудс, правдоподобное отрицание – основа нашей работы. Эл, речь о предотвращении угрозы всему человечеству. Дайте Адлеру все, что ему нужно. Господа, у вас важнейшее задание – защитить нашу цивилизацию от великого зла. В мире нет высшего долга и большей чести. И хотя о вашей борьбе узнают единицы, уверяю вас, весь свободный мир у вас в долгу. Я знаю, вы не подведете. Это Хадсон. Хадсон, они уже начали? Уже работают. Адлер в Западном Берлине. Скоро будет на конспиративной квартире. Ты ему веришь? Ха! Тебе не меня надо спрашивать, Блэк. А его команда? Сильная группа. Он позвал Симса, Азулая. Даже как-то ухитрился вызвать Хелен Парк из МИ-6. Там будут еще и Мейсон с Вудсом. Не уверен насчет Парк. Адлер давно с ней работает. Вот и привлек ее. А новый агент? Белл. Не начинай. Разумеется, тут надо смотреть в оба. I hope you brought an arm. I brought a knife. Time to get our hands dirty. This war was a lie.